мне вот в тот оранжевый. Мини Ситилинк, выдача товаров интернет-магазина. Идем вперед. Подарочек. 6940. На сайте вроде другая коробка была. Сейчас там, возможно, в этой коробке еще коробка. Там-там-та-там-там-там-там-та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 -
Это купила я сама себе на Новый год. Что же там такое? Смотрим цену. Та-дам! Не иначе космический аппарат. Ой, надо на бок класть. Похож на пылесос. На картинке кажется меньше. Читаем. Три вида массажа. Роликовый, шиатсу, воздушный, компрессионный, комбинированный. Если у вас ноги замерзли, включаем инфракрасный подогрев. Два уровня интенсивности. Кнопка включения. В общем, розетку включили. Загорается такая лампочка, мигает. Ее нужно нажать. Сразу пошло время. Время можно добавлять. 15, 20, 25, 30. Если вы, ну, как забудете отключить или раньше захотите закончить массаж, то через 30 минут написано, он автоматически выключится сам. Здесь, значит, режим посильнее, послабже. И уровень, это уровень нажатия, там компрессор работает, и он вот сжимает вообще капитально, конечно, там идет сжатие. Вот так вот работает. Сверхскоростной корабль. А сзади у него так вот можно хранить провод, он вот так и закручен. В общем, так закручивается и сохраняется. Но я не буду закручивать, потому что он у меня будет все время в ходу. Вот такой у меня друг новый. Испытаем агрегат. Я в носочках. Так, что, закидываем ноги. Включаем. Сразу ролики начали работать. 15 минут оставим. Режим. Тут, значит, ролики в одну сторону и как-то вместе. Разнообразный, так, да, скажем так. И уровень сжатия. Там компрессор. И вот ногу вот так сжимает, разжимает. Конечно, очень приятно. Считаю, что если хотите сделать подарок кому-нибудь своим знакомым или в семью, в дом, купите такой массажер. Вообще, конечно, кайф. Воздействует на стопу, проминает ее. Ролики прям чувствую.
Да. Но не буду пока интенсивность добавлять достаточно. Ну и как рекомендуют, нужно не меньше месяца использовать. Но я думаю, вред не принесет. Аппарат, конечно, классный. Массаж точек на стопе. Как написано в инструкции в Шиатсу. Ну, интересный дизайн. Сами видите, космический аппарат. Ну и массаж получается не только роликами, но и вот этими подушками, которые сжимают ногу со всех сторон и тоже вызывают приятный эффект. Да. Очень приятно. В итоге я сняла носки. После 3 минут проминания конкретного. Ну и сижу балдею. Как бы напор нарастает. И ролики проминают, конечно, всю стопу. Кайфуша. Очень мне понравилось. Я прям сижу балдею. Ой. Как же это классно. Что тут могу сказать? Или платить за массаж? Отдавать деньги? Или вы для всей семьи купили этот один аппарат и делаете каждый? И цена у него то выше, то ниже, нужно следить на сайте. Довольно тихо работает. Ножки там у него прорезиненные, чтобы не скользил по полу. Ну, на ковре он и так не скользит. Продолжаю сидеть. У меня еще целых 10 минут балдежа. То есть индикатор 1 низкая интенсивность, индикатор 2 высокая интенсивность. И выбор режима, видите, влияет. То есть роликовый и воздушно-компрессионный. Второй режим роликовый в двух направлениях и воздушно-компрессионный. И третий только воздушно-компрессионный. Только значит сжимает и разжимает. Ну, в общем, ничего тут замудренного нет. Это моя рука там. Мой сеанс подходит к концу. Помяла хорошо ступни. Ролики вперед-назад, потом ступня приподнимается. Сверху прижимается воздухом, как компрессором. И непередаваемые ощущения. Если вы хотите себя порадовать, обязательно купите себе такой аппарат. А вообще почитайте массаж стоп. Это очень полезно для всего организма и для поднятия иммунитета. Да. Выдохнул. Ну и вот такой мешок. Если вас много будет делать. А вообще мойте ноги или в носках. И вот он. Стёгивается. Всем добра. Ну и вот смотрите, написано в инструкции, что предупреждает, что нельзя беременным. Если у кого кардиостимулятор, страдаете тромбозом, гепатитом, диабетом, гриппом, лихорадкой, варикозным расширением, выпадением межпозвонковых дисков. Или проходите реабилитацию после операции. Не используйте прибор, если на ногах имеются раны, ожоги, гематомы. Не используйте, находясь под воздействием алкоголя. В общем, если вы под шофе, прибором пользоваться нельзя. И остановите массаж, если вы почувствуете неприятные ощущения. Ощущений неприятных я не почувствовала. Было очень все приятно, здорово и хорошо. В общем, вот такой у меня космический прибор и подарок себе на Новый год. Всем советую.
я купила этот массажер, потому что у меня заболела левая пятка. Вы представляете? И вычитала, что нужно массировать, ходить больше пешком. Согласитесь, пешком мы ходим мало. Пока дети были маленькие, может, еще как-то в садик или куда дети вырастают. И мы бегаем на работу, ну, на даче летом. Так что разминание ступней — это, конечно, вообще шикардос. Для всей семьи советую. Отличный подарок кому-нибудь. Купите, мужчины, своей жене.